Заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов и руководитель госжилинспекции Подмосковья Вадим Соков посетили люберцы с деловым визитом. Они оценили результаты работ по комплексному благоустройству дворовых территорий и подъездов. Кроме того, в рамках визита прошло официальное открытие единой диспетчерской службы по вопросам ЖКХ. Теперь единая диспетчерская служба ЖКХ функционирует в полном объеме и обслуживает весь городской округ Люберцы. На данный момент договоры заключены практически со всеми управляющими компаниями. Работа в тестовом режиме, проводимая с начала сентября, показала, что такое единое окно действительно упрощает процесс решения жилищно-коммунальных вопросов. Количество обращений, поступивших от жителей за этот период, говорит само за себя. Более 35 тысяч принятых и обработанных заявок. Все заявки у нас записываются, то есть имеют индивидуальный номер, и, в принципе, хранятся они уже у нас в течение 5 лет. Любую заявку, любую историю мы можем легко найти, прослушать. Еженедельно у нас идет обратная связь. Что это значит? У нас операторы делают обзвон жителям и уточняют, да, насколько они выполнили эту заявку качественно, и ставят соответствующий балл. Кроме самих жителей, помогают контролировать ситуацию и специальные мониторы, которые в режиме реального времени транслируют выполнение заявок. А органы местного самоуправления и надзорные органы, в свою очередь, имеют доступ к оперативным данным о ситуации в жилом фонде. Мы, как надзорный орган, можем смотреть, где идет западание, где идет отклонение от срока выполнения обращения. Ну и самое главное, в том числе, если есть возможность синхронизации с МОСОБЛ-ЕРЦ и видит, допустим, заявитель, должник, не должник, да, какой долг и так далее. Дозвониться оператору можно по короткому бесплатному номеру +5 105, либо по телефону горячей линии 8 800 301 44 33. Обратиться за помощью по коммунальным вопросам возможно в любое время суток. Сейчас нету ни стихии, ничего. Сейчас все операторы заняты. А я представляю, если сейчас, допустим, пройдет какие-то отключения, то операторы... У нас как раз мы сделали так, что диспетчерская служба заработала в момент пуска отопления. Вот. И мы как раз на этом фоне отследили тот момент, достаточно или недостаточно. Поступило около 20 тысяч звонков. Было ежедневно. У нас ведется статистика. Операторы абсолютно спокойно успевали. Люберцы вошли в число 5 пилотных муниципалитетов, в которых внедрена такая система. Вопросы в сфере ЖКХ руководство местной администрации держит на особом контроле. Благодаря этому городской округ занимает лидирующие позиции в Московской области касаемо реализации программ по комплексному благоустройству дворов и ремонту подъездов. Мы делаем такие детские площадки, спортивные площадки. По возможности, конечно, пытаемся делать и делаем парковки. И мы в этом году должны сделать не менее 5600 парковочных мест. Это тоже огромная большая работа. В этом году с опережением графика преобразовано 69 люберецких дворов, а также запланирован ремонт 1300 входных групп. Это четверть всех подъездов многоквартирных домов на территории округа. В настоящее время эти работы завершены на 67%. Если бы вот другие муниципальные образования брали примеры в этом вопросе с городского округа Люберцы, то Подмосковье в ближайшее очень обозримое будущее кардинально бы изменилось. Стоит отметить, что все работы по благоустройству дворов и ремонту подъездов проводятся под контролем жителей. Управляющая компания учитывает пожелания собственников и сдает объект только под подписью представителей общественности. Луиза Егазарян, Никита Скраган, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.